Возлюбленные Христе, братья и сестры. Сегодня давайте обратимся к Священному Писанию, Евангелию от Матфея, и вспомним следующее событие в жизни Христа. Господь входит в дом некого человека, который собирал подати. Матфей, мытарь. И он входит к нему и вечеряет у него. Чем вызывает недоумение и нарекание у окружающих, у тех, кто чтил закон, соблюдал его и прекрасно знал. И это негодование даже вылилось в слова, которыми евреи обратились к ученикам Христа. «По что? Зачем? Для чего учитель ваш ест и пьет с грешниками?» И уже Господь отвечает на это удивительные слова. «Пойдите, научитесь, что значит милости хочу, а не жертвы, ибо я пришел призвать не праведников, но грешных на покаяние». Возлюбленные Христе, братья и сестры, мы сегодня не будем говорить о Матфее, а мы сегодня будем говорить о том, а что же за слова приводит Господь? Что это за слова «милости хочу, а не жертвы»? Оказывается, Господь в своем пришествии во плоти повторяет слова, которые Он вложил в уста удивительного пророка за 800 лет до своего пришествия. И этот пророк – пророк Осия. Удивительным образом отстоит от тех откровений, которые Господь давал до пришествия Христа. Ибо по праву этот пророк может называться пророком требовательной любви Божией. Удивительно, дорогие мои, во время закона появился пророк, и не один, который Бога откровение и Бога познание возвел на новую степень. Итак, что же это был за пророк? Как было сказано ранее, пророк Осия жил задолго до Рождества Христова. И жил он до 722 года, до того, как Израиль был пленен и попал под ассирийское владычество. Что же это за пророк исторически? Исторически он происходил из колена Иссахарова, из города Вельмов. О жизни его, к сожалению, много неизвестно. Но он относится к тем пророкам, которых условно называют пророки-книгописцы, хотя, конечно, это условное название, но оно очень удобно для обозначения тех пророков, которые оставляли после себя письменные источники. И после пророка Осии осталась книга Осии, из которой нам известно, что пророк жил достаточно тяжелое время для Израиля, в период Северного царства, когда Израиль отпадал от истинного Бога, впадал в идолослужение, всевозможные нечестия, связанные с этим, когда блуд, разврат, грабежи были свойственны некоторым коленам Израилевым. И вот в это время и в этот период жил удивительный пророк Осия. Он всю жизнь свою посвятил тому, чтобы обратить избранный народ назад к своему Господу, чтобы народ избранный исправил свои пути перед Господом. Удивительна и жизнь его, потому как Господь не только влагал в его уста свои откровения,
но также повелел ему удивительную жизнь. Итак, возьми себе жену блудницу, ибо сия земля сильно блудодействует, отойдя от Господа. Господь повелел данному пророку взять жену блудницу. И это было символично, ибо пророк символизировал собой истинного Бога, любящего свой народ, заботящийся о нем. Жена же блудодейца напоминала Израилю всему его самого, который, будучи любим, будучи лелеем, тем не менее оставляет правду и оставляет своего Господа. Так что пророк словами, внушаемыми им Духом Святым, говорит с сокрушением: «Не мой это народ, потому что дух блуда внутри него, и Господа своего они не познали». Вот так Господь через удивительнейшего пророка вразумлял Израиль. Также надо отметить, что задолго до Христа пророк Осия предсказал события, которые произойдут и с Израилем в ближайшее время, и предсказал о том, что будет делать Господь наш при своем пришествии, и самое важное, говорил о том, какие последствия будут пришествия Господа в мир. Итак, задолго до пришествия Христа он предсказал, что служение и жертвоприношения будут прекращены. Также предсказал, что по всей земле будет распространено истинное богопознание. Предсказал, что Господь будет возвращен из Египта в своем земном странствовании. Предсказал, что Он умрет и в третий день воскреснет. Давайте вспомним, дорогие мои, пасхальные слова радости. Смерть, где твое жало, ад, где твоя победа? Ведь это слова принадлежат пророку Осии. «Искуплю, — говорит он, — их от власти ада, от смертью избавлю их». Вот задолго до пришествия Христа народ избранный получил удивительное откровение о том, что он будет избавлен от грехов своих. Более того, жизнь пророка Осии показывает, что Господь вразумляет и посещает наказанием свой народ. Он долго терпит и применяет всевозможные методы для того, чтобы оживить свой народ. И это относится не только к народу избранному, это относится к любому народу, который оставил правые пути Бога. И Господь говорит через пророка: «Словами пророков вразумлю их, устами своими буду бить их». И это величайшее милосердие Божие к нам. Ведь Израиль периодически был пленяем не потому, что Господь не любил его, а потому что это была крайняя степень вразумления, чтобы люди, служа нечестию, ходя путями неправды, но тем не менее побиваемые, впадаемые всевозможные искушения и обстоятельства, наконец одумались и вспомнили о своем Господе, вспомнили о завете и о том, к чему они призваны. Не правда ли, дорогие мои, это и повод задуматься сегодня и нам, а ходим ли мы правыми путями Господними? Не происходит ли то, что с нами происходит, с нашим народом, потому что мы служим похотям сердец своих и не служим правде Божией, закрылись от Него и не ходим путями Его? Надо отметить и следующее. В
Пророк Осия был современником малых пророков Амоса, Михея, великого пророка Исаии, и с них начинается период с 8 до 3 века до Рождества Христова, когда пророки вносят удивительное откровение о Боге. Если, начиная с Моисея пророка, в книге Исхода мы читаем следующие слова, которые о себе говорит Господь: «Я Бог ревнитель, наказывающий детей за грехи отцов их до третьего и четвертого рода», то ныне мы имеем совершенно иное откровение. Мы имеем откровение следующее: «Разве я хочу смерти грешника?» – вопрошает Господь устами пророка Осии. «Нет, но чтобы обратиться ему от путей своих и быть живу». От общей ответственности, от коллективной ответственности Господь дает новое откровение. Он говорит, что каждый человек будет ходить пред Господом, и каждый ответит за вину свою. Не так, как говорили в Израиле поговорку: «Отцы ели кислый виноград, а на зубах детей оскомина». «Жив я, говорит Господь, не будет больше употребляться эта пословица в Израиле. Сын не понесет вины отца, и отец не понесет вины сына». И мы, к сожалению, забываем об этом, и во многом и у нас присутствуют данные представления о Боге как о неком взыскующем, праведном, но суди, забывая о том, что Господь повторил уже при своем воплощении: «Милости хочу, а не жертвы, богопознания, а не всесожжения». Потому, братья и сестры, в дни поста также актуальны и слова пророка Осии: «Милости хочу, а не жертвы». К сожалению, народ избранный так и пребывал в законническом понимании Богооткровения, почему Господь и напомнил им эти слова. К сожалению, законников, думающих, что соблюдением некого закона мы угождаем и можем спастись пред Богом, достаточно и сегодня, забывают таковые о том, что пост, как и любое делание, направлено и на то, чтобы не быть самодостаточными, как это полагают, а для того, чтобы приносить плод. Плод, о котором пророк Осия сказал за 800 лет до Рождества Христова: «Богопознание, а не всесожжение, милости, а не жертвы». Вот какой плод, о каком плоде говорит пророк и к нам сегодня. То есть мы должны стяжать посредством поста, посредством молитвы, посредством добрых дел дух мирен, дух любви, чем и уподобляться Богу. Не сам пост достаточен сам по себе. Он имеет пользу, когда мы выходим, немножко смиряясь, немножко прощая, немножко любя. Конечно, хорошо, если мы сделаем это все в полноте, как это полагается, но мы должны стремиться именно к этому, к приобретению плода, а не то, что едение или неедением достигнуть Бога. Неедение или едение не приближает к Богу. Но милость, любовь и долготерпение. И будем в это время, в этот период славный поста, также обращаться к пророку Осии, к удивительному пророку любви, чтобы и по его молитвам нам Господь даровал эту любовь, а не посетил нас как Бог взыскующий, как Бог ревнитель.